Мы уже успели отвыкнуть за последние годы от того, что парламент – это такое место, где сталкиваются разные интересы разных групп людей. Удивительным образом, в нынешнем составе Государственной Думы к 2016 году остался только один человек, который напоминает о том, что бывает не только мнение большинства. Когда я смотрю на результаты голосования по тем или иным законам, я вспоминаю песню Высоцкого, что, дескать, был один, который не стрелял. Почему-то всегда оказывается один человек, который голосует против самых одиозных и злодейских законодательных инициатив, вроде закона Димы Яковлева. Это депутат Дмитрий Гудков. И если продолжать аналогию с Высоцким, то где-то на небесных весах это все зачтется. Но, что более важно, вот этот один голос, единственный, который не сливается с мнением всех подавляющего большинства, он очень много значит, он очень много весит. Почему-то вот сама возможность говорить с парламентской трибуны какие-то не те слова, что говорят все, этим самым разрушает вот эту мрачную, гнетущую безнадежность. Он доказывает, что в политике еще есть люди, для которых важно не придумать, с кем бы мы еще повоевали, или там, как заработать еще несколько миллиардов долларов каким-то приближенным к власти людям. Есть люди, которым важно, чтобы страна жила и работала, и развивалась, и мы жили и работали вместе с ней. И мне кажется, что совершенно не важно, какой процент населения разделяет эту точку зрения, позиция этих людей, мнение этих людей должно быть представлено в парламенте. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы в следующем составе Думы таких депутатов с такими позициями было гораздо больше. Но в чем я совершенно уверен и чего бы мне очень лично хотелось, чтобы, безусловно, и сам Дмитрий, как мне кажется, должен оставаться в составе парламента. Он заслужил это всей своей работой в последние 5 лет.